Привет, дорогие полуночники! С вами Карамельные Полосочки, она же Саша Эйри, она же Легал Ассасин. Он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора. Прошла новость о том, что нам на днях отключат YouTube и Instagram. У меня никогда не было монетизации ни с одного из блогов, но я ценю каждого своего подписчика и радуюсь каждому новому человеку как ребенок. Поэтому оставлю вам ссылки на мой телеграм-канал и общество ВКонтакте. Давайте не будем теряться. Сегодня очень короткое видео, в котором просто порисую старшего из близнецов. Он пришел из причудливого мира, который сложился у меня и моего друга Барса вертолета. В этом мире герои могут превращаться в больших котиков. Я вот отвечаю за двух каракалов, рыся, лигра, гепарда и белую тигрицу. Они могут ходить на четырех лапах, а могут и на двух, как антропоморфы. Конкретно этого котика зовут Грант. Он пишет музыку. Это у него наследственное, папа тоже музыкант. Вообще у него много чего наследственного, ведь у них с братом не два, а четыре родителя. Как такое может быть? Ну, знаете, в 3000 каком-то году на искусственной планете при помощи генной инженерии и маточного репликатора можно и не такое сотворить, если напиться нужных энергетиков. Может быть, мы когда-нибудь об этом расскажем с моим соавтором. А может быть и нет. Как бы то ни было, я предлагаю немного расслабиться, залипнуть на пару минут с музыкой. Ну, просто чтобы отвлечься и подумать о хорошем. Надеюсь, у вас уже готовы чаек и вкусняшки. Итак, Грант дорисован. Пора гасить свет. Я желаю вам здоровья, благоразумия и безопасности. С весной вас. Пока-пока.